Ну, всем привет! Сегодняшнюю нашу экскурсию мы проведем не в музее, а в живописной деревне Кукхэм, одной из самых богатых деревень Англии. Вот кто здесь живет, я вам точно не скажу, но дома шикарные, тут артисты и бизнес и прочие VIP-персоны. Вот. Но начали мы с прекрасного вида Темзы. Мы пытаемся пройти по маршруту от Кукхэма до близлежащего города Марлоу. Правда, не знаю, далеко ли мы уйдем, но все виды, которые прекрасные, мы увидим и вам, естественно, покажем. Они же плыли из Лондона, трое лодки, не считая собаки. И вот здесь они тоже проплывали. Вот, потому что когда мы смотрим наш советский фильм, там Ака или Волга, очень странные виды. Вот, поэтому вот именно здесь разворачивалось место, да, трое лодки, не считая собаки. Вообще, это вот собачья такая дорога, все выгуливают собак. Англичане обожают собак больше, чем детей, но надо признать, что они все воспитаны. Собаки все слушаются хозяев, такого, как у нас нет. То есть это целая культура воспитания собак. Дорожный переезд через Темзу. Такой поезд ходит местного значения. Навигация на Темзе довольно-таки активная. Яхточек стоит, наверное. Это здорово, иметь яхту. Молодцы. Кто на чем? Но все куда-то. Это Темза. Время пить чай. После трехчасовой прогулки мы вернулись в наш Кукхэм. И вот сейчас мы повернем к церкви 11 века. А здесь у нас ведутся археологические раскопки тысячелетнего монастыря, который потеряли, они могут найти. И вот кажется, что его нашли. Кукхэмское аббатство. А это вот сам Кукхэм. Моя самая любимая улица. Вот. Не надо ходить в музей. Здесь живой музей.
пожалуйста, пап, 17 век, работает. Все такое маленькое, все такое игрушечное, все такое сказочное. В общем, как-то так.